Из Петербурга привез музыку. Из него. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. Выпьешь? Если позволишь. Не буду. Дело хозяйское. Мне больше достанется. Ну? Выкладывай. Я наслышан о твоих финансовых затруднениях и хочу сделать предложение. Мне нужен опытный адвокат. Жалование 6000 в год. Ну и в чем же будут заключаться мои обязанности? За что, извини, ты будешь платить мне 6000 в год? За то, что я у тебя в банке буду сидеть? Это не связано с банком. Вероятно, это будет нечто вроде конкурсного управления. Ну, не исключено, что тебе придется выступить против твоего бывшего патрона Привалова. За особо важные дела вознаграждение дополнительное. Подумай. Как говорится, сядем рядком, да поговорим лотком. Ясно, ясно. Да-да. Послушай, а кто тебе сказал, что Веревкин сволочь? Что к нему можно обращаться со всякими сволочными предложениями? Ну, знаешь. Веревкин пьяница. Да. Бабник? Возможно. Но сволочь? Нет. И пошел ты к черту со своим добавочным вознаграждением за каждую подлость! Веревкин собака, но собака не служит двум хозяевам.